Класс, мам, поехали! Эй, ты ничего не перепутала? Ну, мам, ну пожалуйста! Назад садись на свое место! Нет, ну мама, ты что? Назад садись, детям не место спереди! Ну и ладно. Нет, нет, давай в детское кресло переползай. Это еще что такое за новости? Ну, мама, ну почему? Я не хочу. Мне здесь удобно. Давай, давай, быстренько в детское кресло садись. Что ты придумала? Ну вот, так бы с самого начала. Ну, мама, ну я уже взрослая, мне здесь неудобно. Можно мне наперед? Ничего страшного, потерпишь, зато безопасно. Почему мне нельзя на первом сиденье ехать? А вот дедушка мне всегда разрешает ездить на первом сиденье. Во-первых, это нарушение правил безопасности. А во-вторых, за это выписывают штраф. А когда дедушка едет, ему все гаишники ручкой машут вот так вот. И не останавливают никогда. А ты знаешь почему? Потому что дедушка крутой. Да нет, потому что дедушка твой